стан отвечать. Осечек не будет, маслята, отбор. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Фух! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Все, давай наверх. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Двинулись.
Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично. Прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Башня. Остальные уже, наверное, на месте.